Хороший вопрос. Существует ряд причин, почему офтальмологи используют очки. Первая причина – это противопоказания к лазерной коррекции. Офтальмологи тоже люди, и, как и все, имеют противопоказания, как общесистемные, так и глазные противопоказания. Вторая группа причин – это часто доктора используют очки, вот в частности я использую очки для близи, потому что мне вот 53 года. Это возрастные изменения хрусталика, которые не позволяют людям, хорошо видящим вдаль, не позволяют читать вблизи. Поэтому очки для чтения после 45 лет – это нормальная вещь, и лазерной коррекции данное состояние не подлежит. Все люди, это постулат, все люди, хорошо видящие вдаль, после 45-50 лет используют очки для чтения. Так что ничего удивительного в этом нет.